Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Зомби Кэтчер, охотники на зомби. Так, нам в прошлой серии не хватило буквально чуть-чуть для продажи, чтобы получить новый уровень. Поэтому сегодня давай продолжать. Значит, нам нужен зеленый. И вот этот, да? Нет ингредиентов, а на зеленку... А на зеленку тоже нет, ребят. Так, ну давай, наверное, зарядим пока вот этих бомжей сюда. Одного сюда влепим. Очень много вот таких у нас, поэтому тратим сюда. Тратим сюда двадцатку. Ну и пойдем ловить. Хотя нам надо, знаешь что, нам нужно, наверное, переключиться с болотины. Точнее, с пляжа на болотину. Было бы логично, потому что нам именно зомби нужны, которые болотные. В плане. Мне надо тут, вот, ребята, кнопочку куда-то отдельно поставить, мне кажется. Потому что я, бывает, бегу в попыхах и... Готов, хлыщ. Нормальненько так приструнил хлебосочных. Ох, ну засранец, ну, я тебя сейчас догоню. Опа. Думал, убежит, у меня гарпун, будь здоров, дальнобойный, так что. Ну слушай, шляпника одного поймали. Блин, забыл, ребята, интернет включить, сейчас будет опять реклама. А хотя давай умножим. Мне непонятно, как рекламу они могут показывать, если я отключил интернет. Странно. Так, ну что, ладно, давай мы тогда... пойдем ловить с тобой пляжных зомбарей. Но... пикнуть не успели, как им щелбанов надавал. Ой. Так, ну давай там, кто там? Слушай, это так хорошо. Так велик. Подожди, а где еще один зомби? А, вот здесь я пропустил. Косяк мой. Ау! Такая деловая. Захотел от речки убежать, но не тут-то было. Не тут-то было, ее быстренько на каркалыгу взяли, ребят. Ага. Дай-ка я верну... Блин, надо было умножить, наверное, да? Так, что нам нужно? Нам нужен вот этот коктейль. Блин, нам еще один нужен. Так, с этими закончим. С этими закончим, ребята. А вот пум-пум-пум, пляжники. Пляжники нам нужны. Вот эти вот. Как назвать-то? Шалопута. Шалопута. Так, стоп. Кто тут, интересно, ребят? Вот они вдвоем-то как раз. Один креветочник, другой этот. Они нам пригодятся. Давай-ка я вот так сделаю, на всякий случай. Ой, что я делаю? Да что ты делаешь, Рэй? Еще одного поймали. Блин, а вот тут вот. Я, наверное, сделаю вот так. И вот так. Сфига ли баня-то сгорела? Дурак. Ой. Нормально. Нормально. Слушай, а тут как сделать-то лучше? Наверное, так вот все-таки. Этого я поймаю. А тут кто? А этой кранты. Все. Зверская ловля, называется, была.
Угу, плутоний. Приумножу. Окей. Возвращаемся в нашу кафешку. И, кстати, сейчас у нас, наверное, хватит на то, чтобы... Сколько там надо? Блин! Еще сколько там? А, ну, в принципе, ребята, хватит нам. Еще три будет. Такс. Это у нас, опять же, пляж. Опять же, пляж. Так, кто здесь у нас ныкается? Ой. Да, бывают косяки, ребята. Наспех. Подожди. Нафиг я за ним погнался? Ай-яй-яй. Блин. Видел же, что этот дергается. Твою налево. Ломанулся за ними. Свою голову. Себе дороже сделал. Так, ну что, нам... А, у нас еще найдено зомби. Погнали. Это уже, наверное, на болоте. А какой уровень нам нужен для того, чтобы перейти на следующую локацию, друзья? Ну, на болоте, как по мне, ребят, самые ватные зомби. Я думаю, что многие со мной согласятся. Просто ватники. Ага, хлопнул. Желтая чума. И, наверное, синька, да? Ну, конечно, синька-чмо. Так. В плане, блин. Не на ту, ребята, кнопку жамкал. Ауч, не должен уйти. И он не ушел. Блин, а как он меня так в воздухе-то, а? Лихо, лихо подловил. Так, ну что, нам остается совсем чуть-чуть подождать. У нас... пойдем, кстати, за этими. За бонусными. За бонусными зомби. Именно здесь будем сейчас... Что ты делаешь, Рэй? Ну что ты сделал? Кто тут? Интересно. Подожди. Опа! А как-то мы так с тобой... Даже я не желал, друзья мои, что так получится. Ну-ка глянем, кто тут у нас. Да. Шоколадный зомби попался нам. Так, еще два. Да я думаю, наверное, потратиться можно, в принципе. Хорош, прям троих всех. Прижучил я их к ногтю, ребятушки. Просто прижучил их к ногтю. С чем они там? С бутылкой? Алкаши, что ли? Зомби-алкаши? Один с бутылкой, другой со стаканом. Так. Ребята, это последняя партия. Ну, я хочу сказать, что мы сейчас получим 30 уровень и, соответственно, получим новую зомбовыжималку, друзья мои. Но придется подождать немножко времени. А сколько нам там ждать-то? Ну, 2 минутки с небольшим. Так, ну что, друзья мои, мы с вами все собрали и теперь получаем уровень 30. Так, новый продукт, новый зомби. И 2 плутония. Так, а сколько он стоит? Интересно, чтобы его поставить. 10. Отлично. Из этих зомби со вкусом кокоса гораздо легче выжать сок, чем из самих кокосов. К несчастью, сок получается коричневым и волосатым, как кокос. Слушай, а это что, для этого... А, нет, это не тот. Нет, ребята, это далеко не тот зомби.
Так, я даже не знаю. Так, смотри, нам нужно с тобой вот этих вот. Здесь мы сделаем. Так, теперь мороженое какое-то. Ага, и нам нужны вот эти ребята-зоби. А где я их? А где я их найду? 32 уровень. Блин, я не знаю, может быть они здесь все-таки? Или все-таки на болоте? Надо поймать, надо посмотреть. Ну, здесь... Мне почему-то кажется, что он на болоте находится. Могу, конечно, ошибаться. Эх. Можно было бы его, конечно, и так поймать. Нахрапчиком. Ну, да шут с ними. Уйди отсюда, Крабковский. Крабковский! Ну куда ты? Я вплотную прям подбежал, ребята, его нахлобучил. Слушай, нету здесь этого зомби, к сожалению. Так, ладно. Давай посмотрим, у нас на болоте есть. Слушай, подожди, а чтобы нам... Сколько нужно хоть? 300, блин, 390, ребята, это еще 100... Блин, мы почти 139, да? Конечно, хотелось бы еще одну летающую тарелку, которая бы искала бы нам зомбятину. Так, синька чмо, тут же змея попалась. Желтая холера. Да, интересно. Где же этот зомби находится? Но это не тот. Это, ребят, не тот зомбарь, который мне нужен. А, не, по энциклопедии, наверное, мы не найдем его, да? Пока не поймаем, он нам фиг. Или все-таки есть он в энциклопедии. Ребят, нам еще 30 жетонов, и мы с вами перейдем, наверное, уже в старшего, блин, там, администратора или кто он там будет. Блин, не показывается, где он находится. Но если зомби вот этот жирный у нас находится на болотах, то, наверное, вот этот все-таки зомби находится где-то на пляже. Ну, так же, как и... Ага, у нас босс, ребята, есть. Блин, босс есть, а ловить его как? Опять мазать? Давай так попробуем. Что ты делаешь, Рэй? Ну... Да-да! Фух, ну крюк уже не отдаст, блин. Прицепилась там с этим. Краб тут лазит. Плешивый. Вот он. Есть, друзья мои. Поймал я. Значит, я был прав. Динамит забыл выкинуть, дурачок. Побежал, даже не использовал его. Так, интересно, сколько нам? Ну, одного я поймал, одного достаточно будет. Давай-ка мы глянем сейчас. Мне кажется, что фиг его знает. Сколько там на порцию идет? 10. И 10 минут жму. Да. И 10 минут он будет его выжимать. Довольно долго, ребят. Ну, очень долго. Причем я даже не могу его улучшить. Вообще никак. Грусть. Печаль моя. Сколько? 1 час 15 минут. Вы издеваетесь? Офигеть.
Ну что, друзья мои, тогда на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.